Тимур, зайди ко мне. Ты помнишь того, кого привез на похороны моего отца? Да, господин. Он сказал, что он брат отца Омера, и потом провел намаз. А помнишь, я поехал на пересечение улиц Алимдара и Диван? Из окна дома напротив на меня смотрел этот человек. Вы думаете, что он Суатарык? Не знаю. Единственный путь это узнать — найти его. Как прикажете, господин. На вас нет никаких обвинений. В скором времени вас вывезут за границу. А машина, которая довезет вас до Стамбула, скоро будет здесь. В участии в какой террористической организации меня обвиняют? Господин Акиф, Интерпол обвинил организацию Пулат Алимдара «Черное знамя» террористической группировкой. Пулат Алимдар везде разыскивается. Есть приказ о вашем аресте в обвинении в участии в этой террористической организации и из-за убийства в Ирландии одного из деятелей ООН. Господин, пришел господин Джахид. Заходи, Джахид. Хорошо, господин. Прошу, господин Джахид. Я встречался с Фехми. Он начал подготовку в организации совета. Это хорошее продвижение. Он спросил моего совета по поводу участников совета. А что ты сказал? Точных имен пока не назвал. Но я его предупредил, что работа с англичанами может оказаться опасной для него. Мы и сами встречались с ним по этому поводу и предупреждали как надо. Несмотря на наше предупреждение, он все еще хочет с ними работать? К сожалению, да. Он считает, что это лучший путь, чтобы защитить свою семью. Мы должны что-то сделать, чтобы помешать этому. Фехми Кузузаде хочет быть уверенным в защите своей семьи, и вы обязаны ему это дать. Твое нахождение рядом с ним разве не гарантия этого? Мы говорим об образовании новой организации, которая поменяет все равновесие в регионе. Чтобы Фехми чувствовал себя в защите, нужно, чтобы он видел большую силу за собой. Что ты имеешь в виду? Я говорю о том, чтобы использовать Армагеддон как оружие нового совета. Все, он наш. А что тут делает Интерпол? Они тоже следят за вашими допросами. Они не имеют такого права. На ваше имя оформили красную метку. Я буду с вами до Стамбула. Прошу. Заходи. Мы на этом поедем? Да. Почему мы не едем на официальной машине? Чтобы сохранить скрытость допросов и организовать вашу безопасность. Вы о моей безопасности заботитесь? Прошу. Получилось точно так, как я хотел.
Ты сделал так, чтобы я начал день с хорошим настроением. Мы стараемся делать все, что в наших руках, для мира во всем мире. Мы здесь ради этого. Самое большое препятствие мира – это Пулат Алемдар. Вы должны продолжать выпускать новости. Да, слушаю. Наша команда забрала Акифа с границы. Хорошо. Будьте очень внимательны. Не спешите. Это дело должно решиться в строгой секретности. Не волнуйтесь, все по плану будет. У меня вчера был очень плохой день. А сегодня получаю одну хорошую новость за другой. Значит, завтра будет еще прекраснее. Вы получили хорошую новость? Да. И как журналист, тебе интересно, что это за новость? Конечно же. Тогда скажу. Если будет пойман один из самых близких людей, и если сознается в том, что все террористические атаки были выполнены с его приказов, а потом будет убит от рук Пулата, что будет? Хорошо. Акиф был пойман полицией, когда вчера пересекал сирийскую границу. И где он сейчас? Выехал, чтобы быть доставлен в Стамбул. Полиция его привозит? Нет. Его забрала специальная группа из Стамбула. А вы связались с ними? Никак не можем. Как не можем? Какая группа его забрала? Очень тяжело узнать, потому что мы не можем выйти в систему. Знаем только то, что Интерпол замешан в этом. Ты расспроси в полиции, может, узнаешь что-нибудь. Хорошо. Давай посмотрим на путь Акифа из полицейского участка на границе. Может, что-то выйдет. Господин, я на улице Диван. Да, Тимур. Я вижу того человека, о котором вы говорили. Команда Леонтия забирает его. Следи за ним, Тимур. Ни за что не упусти. Хорошо, господин. Пусат не поумнел. Он проучил моих ребят. Он им помешал продавать товар. Остановил людей на улицах. Я пойду и отомщу ему. Я ему покажу, кто такой Питбуль. Будь в курсе. Сядь.
Я от тебя хотел, чтобы ты распространил товар. А ты мне говоришь, что не сумел. Иди и раздай этот товар. Пусат мой. Господин, мы приехали на пустую местность в лесу. Они приближаются к зданию. Посылаю вам координаты. Хорошо, Тимур. Ты продолжай следить. Жди от меня приказа. Хорошо, господин. Приказывайте, командир. Ясин, команда готова? Да, командир. Свяжись с Тимуром. Вы будете вместе управлять операцией. Как прикажете, командир. Да, Ясин. Командир, не получается связаться с Тимуром. Значит, и его поймали. Хорошо, будьте внимательны. Заберите Тимура и приведите в полный порядок. Как прикажете, командир. Господин, пришел господин Ришат. А где он сам? Вон наверху.
Вы ждите снаружи. Добро пожаловать, Ришат. Рад видеть. Благодарю, что принял мое приглашение. Пожалуйста, Фигми. Скажу, что это было для меня сюрпризом. Я знаю, что вы в последнее время плохо ладили с моим отцом. Он не воспользовался твоим банком в организации. Но я не согласен с отцом. Ты неправильно меня понял. Для меня не это сюрприз. Когда Хаккы сказал, что ты меня приглашаешь, я думал, ты меня домой пригласишь. Все говорят, что ты не выходишь из дома. Мой дом Стамбул, Ришат. Значит, об этом забыли, когда меня некоторое время не было. А я тебя позвал, чтобы напомнить всем это и распространить большую новость. В Стамбуле поменяется равновесие. Большая семья собирается за прежним столом. Все, что происходит в Турции, за деньги или оружие, будет обговариваться за этим столом. Совет снова собирается? Да. А кто принял это решение? Я. Я хочу, чтобы ты был там и управлял всеми деньгами. А кто, кроме тебя и Хаккы, в этом совете? Я сперва хотел встретиться с тобой, Ришат, чтобы первое кресло было твое. То есть, пока никого другого нет. И меня не будет. Совет, во главе которого стоишь ты, вовсе не убедителен. После того, что ты пережил по поводу своих детей, по-моему, из тебя получится очень хороший отец семейства. Хаккы. Кажется, он не знает, что такое потерять ребенка. По-моему, ему надо узнать это. Давайте поговорим с вами. Хорошо, поговорим. Но на каком языке будем говорить? Значит, вы знаете английский? Да. Но я не об этом, а о вашем стиле. Вначале познакомимся по-человечески. Я Суат. А я Джульетта. Рада знакомству. Госпожа Джульетта, почему я здесь? Объясните мне это. Пулат Алимдар в последний раз был замечен около вашего дома. Может быть. На что вы намекаете? Мы думаем, что вы с ним переговаривались. И как же? Вы использовали свет в доме как сигнал. Это вы так думаете?
Когда я услышал сирены перед своим домом, то посмотрел из окна, что происходит. Ни с кем я не переговаривался. Как вы общаетесь с Полатом Алемдаром? Я с ним лично не общаюсь, но я знал его отца. Он мой старый друг. А что делал перед вашим домом Полат Алемдар? Этого я не знаю. Нужно вам у него спросить. Когда будет пойман Полат Алемдар, конечно же спросим. Надеюсь, вы не прикрываете террориста, разыскиваемого Интерполом. Или это для вас очень плохо обернется? Не знаю, почему Полата Алемдара объявили террористом, но в моей стране вы меня забрали из моего дома и привели в незнакомое место. Поступая таким образом, вы сами являетесь настоящими террористами. С какой стати, на основе каких прав вы меня допрашиваете? Сначала ответьте на это. Смотрите, господин, у нас с вами нет проблем. Мы пытаемся найти террориста Полата Алемдара. Если вы ответите на наши вопросы, то для всех будет хорошо. Я ответил на все ваши вопросы. У вас есть другие? Вы его знаете? Знаю. Я его видел в морге, когда выполнял последний долг своему другу. Почему ты следил за нами? Отвечай. Ты знаешь этого человека? Не знаю. Полата Алемдара знаешь? Нет. Если заговорить, сообщите мне. Вы в порядке?
Тимур! 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 Имисен. Ты в порядке? Им. В порядке. Слава Всевышнему. Пошли давай. Подними его. Прошу. Добро пожаловать, господин Мете. Рад видеть. Господин Джан скоро придет. Хотите чего-то выпить? Нет, спасибо. Прошу, пожалуйста. Господин, пришел господин Мете. Иду. Добро пожаловать, Мете. Рад видеть, господин Джан. Прошу. Спасибо. Я тебе совсем не доверяю, Мете. Но я вам доверяю, господин Джан. Поэтому ты отказался от предложения Хакы и пришел ко мне. Да. Если в Турции есть кто-то, чтобы создать совет... Так это вы. Если бы я хотел, то давно бы сел за этот стол. Но это не мой стиль. Пусть Фехми делает, как знает. Многие семьи думают, как я, поэтому не будут рядом с ним. Этот совет не будет создан. Ты совсем не знаешь Фехми. Отказать ему может быть безрассудным поступком. Поэтому и ты будь внимательней. Я сказал Хакке, что буду в вашем корабле. Поэтому я спокоен. Из-за своей смекалки ты будешь со мной. Мы с тобой много дел сделаем. Если, как и вы сказали, господин Фехми создаст совет, то он и к вам придет с предложением. Как вы тогда поступите? Я тебе сказал, что не буду сидеть во главе стола. Но это не значит, что я там не буду сидеть вовсе. Пусть Фехми создаст совет, а мы будем управлять. Папа, нам нужно поговорить. Я, с вашего позволения, пойду. Хорошо, Мете. Хорошо, увидимся. Увидимся. Это правда, что ты не разрешил выпустить в газету новость про Пулата Алимдара? Да, правда.
Мы с тобой обсуждали это. Ты пообещал, что не будешь вмешиваться в мои новости. Аслы, я не обещал тебе в своей газете оправдывать Полата Алемдара. Я никого не оправдываю. Просто пытаюсь объяснить всем, насколько беспочвенны новости, вышедшие в последние дни. Аслы, не настаивай. Иди и делай что-то более полезное. Ты же борешься за права животных, природы. Иди и по этому поводу делай новости. Но ни за что больше не делай новости про Полата Алемдара. Ты меня слышишь? Ты не будешь по этому поводу писать. Пойди и скажи это своим английским друзьям. Ты не можешь мне приказывать. Если не смогу в твоей газете писать, то пойду в другую газету. Друзья, черное знамя готово. Ждет от нас приказа для действий. Как только мы определим место Акифа, они пойдут и заберут его. Вся местность прослеживается, но пока не нашли его следа. И с Арифом мы поговорили. И в полиции никто не в курсе. Как такое может быть, брат? Разве не наша полиция этим управляет? Видно, не наша полиция. С одной стороны Интерпол, с другой стороны гонцы. Какую-то игру затеяли. А мы тут сидим со связанными руками. Тимур. Вам надо закрыть глаза. С вашего позволения. Не позволяю. Тогда я не смогу вас отвезти. Это твоя проблема. Тогда высади меня. Не важно, кто эти люди, Джульетта. Так или иначе, если они общаются с Палатом, то, чтобы забрать этих людей, они выполнят любые операции. Раз так, то создадим возможность для новой ситуации. Что прикажете делать? Добро пожаловать, господин. И вам добро пожаловать. Добро пожаловать, спасибо. Прошу. Господин Палат, учитель и господин Суат. Для огласки завещания Умера Джандана вы, как и было сказано, собрались вместе. И я, как его адвокат, при всех вас открываю его завещание.
По условию завещания бывшего тайного секретаря Умера Джандана, я встретился с Пулатом Алимдаром и со старейшиной. Перед ожидаемыми политическими изменениями и войнами в Аравии, в Европе и на Кавказе я передал Пулату Алимдару предложения, высказанные нашими центрами. Мы думаем одинаково по поводу того, что секретные операции в новом столетии направлены на то, чтобы выставить нас как с точки зрения веры, так и с точки зрения всего народа террористами. Пулат Алимдар согласился быть лидером команд, которые были воспитаны нашими центрами и долгое время ждали пробуждения. Сегодня с восхода солнца я начал ждать в тайнике. Знаниями, которые мне передали на хранение, отныне я поделюсь с Пулатом Алимдаром. Сегодня дата встречи Хиляля со звездой. 20 ноября 2014 года, Стамбул, тайный секретарь Суат Арык. Очень умный план, точно по английскому стилю. И ваше участие будет задействовано. Благодаря этому плану и мы, и вы избавимся от Пулата. Вы готовы? Да. Ты же знаешь, что перед тем, как Акиф даст официальное показание, его надо заткнуть. Конечно же знаю. Можете быть уверены, что проблем не будет. Я еще раньше говорил, что не доверяю турецкой полиции, когда дело доходит до Пулата Алимдара. Не волнуйтесь, его мы воспитали. Заходи. Новость, которую мы хотели, выложена. Она сейчас в прямом эфире. На границе был пойман человек террориста Пулата Алимдара, разыскиваемый Интерполом. А теперь ждем атаки Пулата. Бывший агент разведки, воюющий за Шидит, Адем Багдани, был пойман при попытке входа в Турцию. Изучите картину. Мы можем определить машину. Обвиняемый в убийстве работника ООН Эдвард Экия признался, что выполнил это убийство по приказу Пулата Алимдара. Чего они добиваются? То, что они делают с самого начала. Благодаря ложным новостям скрывают свои истинные цели. Задержанный сегодня для дачи показаний будет передан в Международный суд. Определили машину. Ясин, мы нашли машину, на которой перевозили Акифа. Присылаем адрес. Начинайте операцию. Ясно, Эрхан. Выезжаем.
Бросай, бросай! Бросай! Ходи. Человек, которого вы ждали, пришел. Пусть зайдет. Садись. Ты здесь для особенного задания. Он так сказал? Да брось, брат. Что мы будем делать? Прошу, брат, добро пожаловать. Поговорим две минутки с тобой. Важное дело. Хорошо, брат. Что такое? Что я могу сделать для тебя, брат? Нам нужно узнать, где бывший глава КГТ Акиф. Это дело держится в строжайшей тайне. Я расспрошу тут, сделаю все, что в моих руках. Если у тебя есть связи с гонцами, то узнай у них. Хорошо, брат, я попробую. Сообщу тебе, если узнаю что-то. Хорошо, но будь внимателен. Эта тема очень важна для нас. Понятно, брат. Мы в эфире с последними новостями. Обвиняемый в терроризме Акиф пытался пересечь турецкую границу. Во время его перевозки в Стамбул на команду работников Интерпола было выполнено нападение террористической организации Пулата Алемдара «Черное знамя». Нравится? Очень хорошо. Видимо, мы тут останемся. Да. Ты отсюда будешь товар производить на весь мир. Ты не только бананзу будешь делать, еще профессиональные и высококачественные товары. Я верю в тебя. Я устал, Лис. Я не хочу больше один работать. Найдем тебе новых ассистентов. Научишь их делу, сделаешь новичков мастерами. Ты будешь работать с новичками? Они для меня мелкие люди. А почему ты их не убил? Я хочу узнать, кто на рынке. Кто стоит за этими мелкими людьми? Я должен это понять. Я не понимаю тебя, Андрей. Почему мы в Турции? Зачем мы так рискуем, когда здесь Пулат? Потому что Пулат должен мне. Какой долг? В ходе операции Пулата в Лондоне я потерял много денег. Я не уеду отсюда, пока не получу потерянные мною деньги. Oh.
Раскольный, что случилось? Какая-то проблема, Дмитрий. В чем дело? Раскольный больше не разговаривает со мной. Эрхан, это правда, что Черное Знамя напало, чтобы забрать Акифа? Правда, но мы ничего не добились. Они обманули нас. А брат что сказал? Джахид, брата нет со вчерашней ночи. Как нет? Вчера ночью раскрыли завещание отца Умера. До утра разбирали его. О чем они говорили, я не знаю. А потом брат сказал, что это важное дело, и ушел. Понял. Откуда вы узнали, в какой машине Акифа перевозят в Стамбул? С утра увидели в новостях. Перед тем, как брат ушел, он нам приказал, чтобы мы нашли и спасли Акифа. А мы пошли и сделали операцию. Эрхан, это дело западня, организованное не полицией. Если вы узнаете, где он, то они знают, что вы захотите его забрать. А когда мы это сделали, они воспользовались этим так, будто бы Пулат Алемдар приказал его убить. Если Акиф заговорит, то их ложь выйдет наружу. До показаний они его казнят, сделают вид, что брат убил его. А если все так, то почему так не сделали, когда Черное Знамя поехало забрать Акифа? Эрхан, им нужно сделать это у всех на глазах, а то никто не поверит. Они ото всех скрывают, где его будут держать и допрашивать. Но их журналисты ждут сигнала. Они создали нужную обстановку. И это дело сегодня закончат. Ариф со вчерашнего дня в полицейском участке. До допроса обязательно узнаем его место. Но как мы его оттуда заберем? Если опоздаем, то Акиф умрет.
Отныне для него есть только один путь, и это смерть, Эрхан. Ирак. Господин халиф планирует взрыв? Отныне планы делаю я. Мы будем делать операцию без ведома халифа? Ты приказы получаешь от меня или халифа? Ты знаешь, что я сделаю все, что ты скажешь, Сагир. Я просто хочу узнать, что за план. Сделаем то, что ты всегда хотел. Или мы втроем вернемся в старые дни? Да. Но вначале нам нужно забрать в целости и сохранности взрывателя. Я готов. Брат, мы связались с господином Акифом. Его перевозит к суду специальная группа. Спасибо большое. А мы можем место найти? Нам его найти невозможно. Но мой друг встретится с ним. Слушай внимательно. У нас с этим другом очень важное дело. Слушаю, брат. Смотри, пошли.
Вы знаете меня? Я знаю. Ты командир Сагир? Да. Вы все слышали? Выйдите вон. Где ты был столько времени? У меня были дела. Были дела? Да. Можешь выстрелить мне в голову, но я здесь больше не останусь ни на минуту. Тогда пошли. Мы возвращаемся в старые дни. Мы едем в Стамбул. Так не хочется отсюда уезжать, госпожа Назифе. Я молю Всевышнего, чтобы он забрал мою душу здесь. Ты сделал такую молитву, что и сказать аминь нельзя, и не сказать нельзя. Скажи аминь, госпожа, скажи аминь. Так будет лучше. Но мы же вместе должны были пройти путь. Тогда и ты ради меня скажи аминь. Да не разлучит нас Аллах. На все воля Аллаха, госпожа. Я тебя обижал? Если не зная, обидел, прости меня. Прощаю. И я тебя прощаю. О Аллах, ты будь свидетелем. Что случилось, Лейла? Мама Назифе. Ей снова плохо? Что мы будем делать, София? Не знаю. С утра снова захотела пойти на могилу. Я ее еле отговорила. Мы должны найти что-то, чтобы она отвлеклась. Только Элиф заставляет ее забыть о боли. Чего вы добиваетесь? Ваша цель была доставить меня на показания. Сначала посадили в неофициальную машину, потом всю ночь держали в непонятном месте. А потом посадили в машину, чтобы довести до суда. А потом пересадили на другую машину. Я понимаю, чего вы добиваетесь. Но вы не добьетесь желаемого. Весь мир говорит о ваших террористических актах, а ты все еще выпендриваешься. Этот Пулат Алимдар, которому ты так доверяешь, разыскивается по всему миру. Хорошо, продолжайте искать.
Может, найдете. Не сомневайтесь, что найдут. Очень скоро. Будет хорошо, если вы его найдете до того, как он вас найдет. Потому что тогда все ваши планы разрушатся. Отныне пришел вам конец. Ты и Полат Алемдар в своей стране и во всем мире будете названы террористами. Брат, Деврем решил это дело. Он с Акифом? Нет. Но он сделал все, что ты говорил. Ты уверен? Чтоб не было проблем. Не будет, брат. Хорошо, спасибо. Алло, Эрхан? Входи. Проходи, садись. Сегодня для всех нас будет большой день. И героем этого дня будешь ты. В свое время, когда мы направили тебя к прокурору Лейле, мы не думали, что дело дойдет до этого. А сегодня мы думаем, что приняли удачное решение. То, что эту операцию выполнишь ты, будет сильным ударом для них. Благодаря твоей близости к прокурору Лейле, мы сможем эту операцию водрузить на плечи Полата Алемдара. Я сделаю все, что необходимо, не сомневайтесь. Акиф в пути, через пару часов будет здесь, журналисты на улице. Когда машина будет приближаться к участку, мы тебе сообщим. Как только Акифа выведут из машины, ты на глазах у Акифа и журналистов скажешь... Ты заплатишь за предательство Полата Алемдара и выстрелишь в него. Журналисты обязательно должны это услышать. Я понял, господин. Мы не должны надеяться на удачу. Ты должен выстрелить ему прямо в лоб. А в этом деле мы доверяем твоему точному выстрелу. Не волнуйтесь. Акиф сегодня вечером будет мертв. Когда тебя задержат, не волнуйся. Не подавай страху. Как и раньше обговаривали, мы будем рядом с тобой. И ты сполна получишь плату за свое дело. Я делаю все ради нашей работы. Ради этого я готов на все. Иди и подготовься, жди от меня новостей. Ты уже на ногах, Раскольный. Что такое, Дмитрий? Раскольный, ты в порядке? Кто убил Раскольного, Пусат? Скажи, кто убил?
Хорошо. Время пришло. Можешь выходить. Господин Акиф, кто вам отдавал приказы на убийство? Вы работаете на палату Алимдара? Это правда, что вы убили работника ООН? Господин Акиф? Акиф. Выздоравливай. Кто ты? Командир Черного Знамени Ясин. Ты в порядке? В порядке, спасибо. Акиф в порядке.
Подозреваемый заходит в автостоянку. Ни за что не поворачивайся. После того, как его положили в скорую помощь, мы не знаем, куда его повезли. Ни в одной больнице его нет. Не ищите зря. Его забрал Полат Алемдар. О чем вы думаете? Полат Алемдар очень умен. Но я умнее. Я ему причиню такую боль, что он до конца жизни не сможет ее забыть. Кто дал Армагеддону приказ убить человека Полата Алемдара? Мы не принимали такое решение. Мы должны узнать, кто это запланировал.
Как без вашего ведома могут провести такую операцию с Армагеддоном? Невозможно. Тогда как вы объясните случившееся сегодня? Кто-то нас пытается втянуть в эту игру. По-моему, с самого начала было неправильно, что мы не вошли в эту игру. После операции «Пирамида» мы были вынуждены вывести Армагеддон назад, а теперь вынуждены обратно ввести. Потому что если мы не будем использовать эту силу, то как и сегодня кто-то другой воспользуется. Что посоветуешь? Дайте мне управлять Армагеддоном. А это что? Это ведь машина господина Дженнеро. Да, папа. Где ты, Дженнеро? В дороге, папа. Ни за что не останавливайся, Дженнеро. Не понял, папа. Не останавливайся на светофоре. Ты что, шутишь? Ты откуда меня видишь? Я тебе говорю, не останавливайся, Дженнеро. Не останавливайся. Это твоя последняя выходка, папа. Ты теперь за мной людей с видеокамерами наставил? Тогда смотри. Кто вы такие? Кто вы такие? Я у вас спрашиваю, кто вы? Нет! Дженнеро, нет! Хаккы! Хаккы, это ты сделал с моим сыном? Нет. Ришат, это ты сам сделал. Подумай о своих других дочерях и о своем другом сыне. Папа? Твоему сыну было скучно. Я его привез к тебе. Господин Фехми сказал, чтобы ты отныне прекратил работать. Уделяй больше времени своей семье. Чтобы был хорошим отцом семейства. Как прекрасно, что кое-что вовсе не меняется. Ты знаешь, что я не всем доверяю. Но когда нахожу того, кому верю, то никогда не отдаляю его. А Мете ты взял, потому что доверяешь ему? Или ты хотел его в свой совет? Все еще думаю. Но если и ты будешь,
Я, честно говоря, очень удивлен твоему предложению. Я когда услышал о твоем плане сборе совета, я думал о некоторых именах. Но о себе среди них я не думал. Я хочу собрать сильный совет. Может, мы с тобой вместе не работали? Может, даже против друг друга были? Но если мы объединим свои силы, то сможем управлять Турцией вдвоем. Ты готов?